яровая пшеница, триза. Здесь получается норма высева 1,5 миллиона. Вот на данный момент кущение 3. У нас последний, ну, день назад там выпал дождь, до этого дождей не было. И посевы как бы очень сильно страдали, особенно озимые. Здесь где-то норма высева 60 килограмм. Этот участок, он... Здесь, наверное, гектара 3. Решил посеять вне делянки. Оставались семена вот такой нормы. Междурядье здесь 25 сантиметров. То есть, если говорить о рапиде, о сеялке рапид, то мы перекрывали через рядок. Так что вот так, посмотрим, как будет развиваться яровая пшеница. Но уже стремится закрывать рядочек. То есть не рядочек, а междурядье. И кустица. Ну, пока кущение вижу, что где-то в пределах 3.